Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Я очень рад поздравить вас всех с наступающим Новым годом, пожелать вам счастья, здоровья в новом году, самое главное, новых знаний и то, чем я хотел бы с вами делиться, да, на этом канале. Это знания, это умения и какие-либо, да, медицинские, психологические, но самое главное, это я пожелаю вам реализовывать эти знания, не просто так их накапливать, чтобы вы всегда шли к цели, чтобы вы всегда добивались того, чего хотите, и несмотря ни на что, несмотря на то, что этот год выдался достаточно тяжелым, да, для нас, для всех, вы смогли идти вперед. Я даже несколько пожелаю вам не расслабляться в эти праздники, да, и, соответственно, продолжать действовать, продолжать что-то изучать, продолжать что-то делать, реализовывать ваши теоретические полученные знания на моем канале, на миллионе других каналов. Мы это все делаем для того, чтобы вы не просто знали, да, о том, как привести себя в порядок, как улучшить там свою личную жизнь, как сделать лучше свое тело, но чтобы вы и в жизни, да, реализовали это, вы сделали ваше тело лучше, может быть, просто здоровее, чтобы вы сделали вашу лучшую жизнь, личную жизнь лучше, да, чтобы вы встретили того партнера, который соответствовал бы вашим всем требованиям, да. Я всего этого вам желаю, чтобы это наконец реализовалось, и чтобы все ваши мечты, и не просто мечты, а планы, заделы на будущее, все это дело сбылось в новом году, или, может быть, даже вот прям в ближайшие дни, да. Дорогие друзья, такой лайфхак, я тут совсем не пью, и когда нужно изобразить шампанское, я делаю иногда так. Они апельсиновые сейчас были, лимонные, они были очень похожи на шампанское, но лимоновые я не нашел, витаминки. И вот так вот, у нас здесь, короче, куча всякой шипучки прикольной. И пока мое такое импровизированное шампанское накипает, вот, сейчас оно уйдет. Круто, да? Я что-то перестарался с таблеточками. Вот такое вот у меня, друзья, крутое шампанское, видите? И, кстати, полезное, там какие-то витамины в небольшом количестве, бэшки есть. Единственное, что, мне кажется, краситель не совсем полезный, но я думаю, что на Новый год можно позволить себе краситель, да, сделать вредный выпить, но сладкий, там глюкозка, вот. И вообще буду сегодня немножечко отрываться, немножечко есть мучное, вот. Я обычно мучное не ем, ладно, я думаю, что... Ай, он шикарно начал, блин, ну ладно, пускай так. Я обычно мучное не ем. Вот, но в этом году я решил как бы себе позволить, ну и каждый год, в принципе, себе позволяю съесть какой-нибудь кусочек пиццы, что-нибудь такое. Алкоголь я не пью, в принципе, совсем. Ну, как-то так получается, что сейчас уже сложилась маленькая компания людей, которая позволяет мне не пить алкоголь, да, и, соответственно, я его совсем-совсем не пью. Значит, не скажу, что это прям обязательное условие для всех, для вас, но вот я спасаюсь витаминками. Значит, что еще хотелось бы сказать о своем канале. Многие из вас только недавно со мной познакомились, и, соответственно, ну, вы многие относитесь ко мне только как к психологу, хотя я врач, как эндокринолог, да. И, соответственно, основное, да, первичное мое образование. Поэтому смотрите, пожалуйста, все мои видео, которые по эндокринологии, по витаминам. Вот я скоро буду снимать видео. Соответственно, смотрите все мои видеозаписи. Я буду стараться множество тем на медицинскую тематику поднимать, снимать. Особенно такой в формате биохакинга скоро появятся видео. То есть я буду рассказывать вам об адах и о разных вещах, которые сделают вашу жизнь лучше гораздо. В общем-то, планирую развиваться, продолжать меняться. Когда я только начинал канал, это было 5 лет назад, и, соответственно, я его забрасывал, я вам рассказывал на долгое время.
концепция канала с того времени сильно поменялась. Сначала я его придумал как канал такой целевой медицинского лайфхакинга такого, да. Потом присоединился мой приятель, мы как-то вместе качались, вместе занимались, придумали такой типа канал, будет у нас Medical Fitness. Мы там хотели делать множество ведущих, там по фитнесу в частности, там был ведущим. Мы, соответственно, там психологию бы вели, тоже психологи, по психологии бы у нас был ведущий. И все было так вот очень широко. Но потом не сложилось, не срослось, в общем, очень сложно, да, делать какие-то крупные проекты, когда ты, соответственно, ну, надеешься на кого-то, да. Подвел меня этот приятель, не сложилась работа, несерьезно к этому отнесся. Вы видите, что видео нужно выкладывать часто, чтобы что-то получалось. И вот спустя долгое время у меня начало что-то получаться, появились вы. И, дорогие друзья, я, поверьте, каждому подписчику безумно рад, безумно ценю ваши комментарии. И какие-то негативные вещи стараюсь выслушивать, к чему-то прислушиваюсь, что считаю объективным. Вот, поэтому, дорогие друзья, в общем, пишите мне в комментариях какие-то вопросы, выпуски. Я все помню, каждый комментарий, даже если я на него не ответил, я все равно замечаю, читаю, скоро настанет 5000, я сниму юбилейный выпуск, отвечу на множество комментариев, вот буду вот так же сидеть в кресле, читать с листочка комментарии, вопросы и отвечать на них. Поэтому я все меньше отвечаю вам в комментариях в письменном виде, потому что хочу на многие вопросы широко ответить устно. Выпуск получится достаточно долгий. Соответственно, вы сможете, ну, как бы объемные более ответы от меня получить, дорогие друзья. Ближайшие выпуски будут по медицине, но, конечно, психологию никто не будет забрасывать, все будет идти своим чередом, каналом я планирую объемно заниматься, так что, вот почти готово мое шампанское, так что, в общем, дорогие друзья, я безумно рад, что вы у меня есть, еще раз всех с наступающим Новым годом, желаю вам счастья, здоровья, мудрости, силы и красоты в Новом году. Всех с наступающим! I'm not afraid of the dark.